Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня предлагаю посмотреть обзор на мою теплицу с пленкой светлица, которая стоит уже полных 4 года, пошел 5-й год. Давайте посмотрим, что стало с теплицей за это время, что, как пленка себя ведет и так далее. Вот. Ну, скажем так, никаких видимых изменений нет. То есть пленка как была, замечательно. 4 года назад, так она и сейчас. Такая же замечательная, красивая, прозрачная. Смотрите, какая прозрачность высокая. Вот. В этом году по семейным обстоятельствам мы не смогли приехать рано на дачу и посадили все поздно. Поэтому